Руководители двух театров, Сочинского зимнего и Ивановского музыкального, уже договорились о предстоящих гастролях. Артисты известного театра представят в Сочи премьерные и любимые зрителями спектакли в жанрах классической музыкальной комедии, оперетты и мюзикла. Мы привозим спектакли такие, как «Мистер Икс», «Свадьба в Малиновке», «Алые паруса» и, конечно же, «Сильву», которую все ждут и всегда ждут от музыкального театра. И, конечно, открывать свои гастроли мы будем большим праздничным концертом. Хочу отметить, что нашему театру в 2020 году исполняется 85 лет, и Сочинскому зимнему театру 80. Поэтому мы долго шли друг к другу, мы ни разу не были на гастролях в городе Сочи. И вот такое большое событие для нас. И, конечно, я думаю, для города состоится. Привозим в полном составе актерский состав, привозим почти в полном составе симфонический оркестр нашего театра. Хочу открыть такую тайну и большим подарком. Я думаю, что жители это оценят. Конечно же, будут концерты симфонической музыки на крыльце зимнего театра перед спектаклем каждый день. Гастроли Ивановского музыкального театра пройдут в Сочи с 23 по 27 мая.